Для показа Антонио Ортега мы создали совершенно новую ультрасовременную текстуру, очень естественную. Роскошная версия стиля гранж. Так я пишу прически. Текстура не влажная и не сухая, нечто среднее. В любом случае, она очень легкая. Мы поддерживаем настроение коллекции, ведь девушки выйдут на подиум в легких нарядах. Мы решили сделать тон кожи сияющим. На нижних веках девушек теплые оттенки. Мы смешали красный и оранжевый. Получился интересный контраст с золотым цветом, которым мы подчеркнули верхние веки и скулы девушек. Мы добавили капельку блеска, и образ стал еще роскошнее. В новой коллекции «Гибриды» столкнулись два очень разных мира. Единственное, что их объединяет — красота. В этом сезоне я решил познакомить вас с различными техниками шитья. Я открыто демонстрирую то, что обычно не видно, то, что обычно наизнанке. Я хочу, чтобы люди понимали, как мы создаем те или иные предметы одежды. Коллекция не зря называется «Гибриды». Я смело сочетаю роскошные ткани и совсем простые, грубые и необработанные. На белой ткани вы видите буквы. Это пометки, которые наносят на ткань, прежде чем приступить к созданию выкройки. Обычно их никто не видит. Мне очень нравится объемное пальто ярко-розового цвета, в котором я выйду на подиум. Подкладка сшита из красной ткани, а внешняя сторона изделия из розовой. Еще один наряд — эклектичный жакет. Я в восторге от блестящих декоративных элементов. Как видите, подкладка опять красная, в тон пуговицам. По-моему, выглядит прекрасно. Чувствую себя принцессой. По-моему, напоминающая корону прическа идеально подходит к нарядам. Сегодня одеваю два платья. Это платье завершающее, последнее. И 18-й лук. Ну, это даже не совсем платье, это плащ. Это воплощение, с одной стороны, женственности, с другой стороны, какого-то полета фантазии. Здесь очень необычный крой. Мы находимся за кулисами показа Антонио Ортега. Сегодня мне предстоит выйти на подиум дважды. Первый образ невероятно энергичный, на мне будут яркие шорты и жилет. Второй образ не менее прекрасен, я от него просто в восторге. В нарядах из новой коллекции я чувствую себя богиней, принцессой. Я без ума от каждого образа. Thank you.
Креативный директор бренда создает поистине роскошные образы. Восхищаюсь его мастерством. Мы с Антонио Ортега решили создать нечто среднее между кроссовками и городской обувью. Я в восторге от того, как дизайнер сочетает осколки стекла и нежные мягкие ткани. Мне понравились платья. Крой в этом сезоне безупречен. Дизайнер использовал интересные ткани, например, муслин. Платья из крепового муслина нежных оттенков были великолепны. Сочетание кроссовок и платья выглядит интересно.